Приносим свои извинения, но нам не позволяют хранить ваших близких. С таким обращением к жителям Вечного города выступили сотрудники Римского похоронного бюро. Профсоюзные активисты устроили акцию протеста в центре Рима. По словам демонстрантов, сейчас семьям, переживающим скорбное событие, приходится подолгу ждать назначения даты и времени кремации и захоронения праха. Работа кладбищ нарушена. Участники манифестации потребовали от городских властей принять срочные меры для обеспечения нормального функционирования сферы предоставления ритуальных услуг.